Воскресный день стремимся к благовестию. С собой Евангелие новое и новые заветы. На пажите стремимся в новое селение. Как тьму невежества Христос тотчас осветит. Из дома в дом стучатся жезлы палки, евангельские посохи, зажатые в руках. Без сей опоры столько раз упал бы, и сам себя потом не раз бы изругал. Заранее, в общественной молитве дома, мы просим Господа открыть сердца людей. И Он, Бог Иегова, сопротивление сломит. Ему, Творцу, с высот наш путь видней. Встречают с радостью, а кто-то огорчит. Возьмут Евангелие или же отвергнут. Отвергнуть благодать есть тысячи причин, и каждый меряет неизмеримое по вере. А вера тусклая из старых предрассудков, из суеверий пошлых и пустых традиций. И цель конечная в таких мерцает смутно. Им предстоит еще от Вышнего родиться. Мы просим Господа и к людям пристаем, к их одиночеству и старости промозглой. Глядишь, пробьется реденький росток. О нем помолимся, прося счастливцу роста. Мелькают лающие мелкие собачки, псы волкодавы утопают люто в ярость. В окно испуганно нас глаза таращат, в Евангелие принятое недоуменно пялись. А мы идем, спешим, опережали, и на обгон берем в грехах застрявших. Всем остановленным суем небес скрижали и сознаем наш труд для многих зряшный. Воскресный день с воскресшим Иисусом, вновь поселением с апостолами вкупе. Глядишь, и застучимся, кто-то впустит, хотя и редко-редко где-то душу купим. 11 ноября 2009 года.